Ребята, всем привет! Что, будем открывать судака на Канонерском острове? Даже все камеры зарядил. Поставил машину на стояночке, достал своего буксика, снарядился. Жду Андрея, сейчас подойдет, подъедет. Мои товарищи и дома спят, отгнили. Так что здесь вот выезд хороший, пешком ходят вдоль тросты, туда, по мелику, по песку. Так что, ребята, первый лед, это опасно, тем более, особенно фарватер, берегите себя. Но Ваську не имется, надо пробовать, надо ехать. Так что увидимся на рыбалке. Так, сумки закрываем обязательно. Все сумки аккуратно, тщательно закрыли. Веревку обязательно толстую привязали. Если букс ныряет, соответственно, за веревочку всегда есть с ним контакт. Все, заводим и поехали. Выезжаю. Ну все, встретились с Андреем, не буду светить в лицо. То сейчас в тазике садимся и вдоль бережка поедем, поищем судачка. Но долетели мы быстро, мы уже почти в самом злачном месте. Здесь по краю целина идет хорошая, сейчас проедем чуть-чуть подальше и будем искать поле. А так мы на месте почти. Ребята, мы в фарватере. Мы с Андрюхой не стали. Вот тогда, сейчас вам покажу. Сколько там уже, 30? И лезут, и лезут. Мы, кстати, не первопроходцы. Мы здесь свой путь проложили, конечно. Аккуратно, тщательно. Вон там буксировщик мой. А здесь вот следочки беганы, бегают люди. Вот на поле вылезли. Здесь хороший толстый лед. Подходим, надеюсь, там 12 метров. Все, будем пробовать судачка. Вокруг нас ни души, только паровозы ходят. Так, паровоз, не мешай нам рыбу ловить. Что, заряжаю вот такой новый фрапик. С брюшком. Красавец, 130-й. Мне кажется, уже 130-й какой-то мелковат. Ребят, надо 160-й уже, по-моему, да? Да. Сейчас приготовим. Пал 0,3. Все дела. Все, заряжаем. Андрюха уже побежал. Сейчас поймает, гад. Уже был один подход. Ну, а так бель трется там у дна. 10 метров. Сейчас вот поглубже захожу. Будем пробовать. Андрюха, не торопись, в луночке застрял. Смотри-ка, на 10 метров в беле. Давай, давай, роднульку, покажи нам рыбу. Во, карапузик. Андрюха, молодец. Поздравляю, разловились. Все, ребята, вот так вот. Васек разбомбил лунок здесь. Просто разбомбил. Ну что, вот, посмотрите, там просто леща этого. Андрей вот выловил в толпе леща, но говорит, даже не видел этого судачка, потому что там все в полосках, показывающих рыбу. Ну вот, вот поднял я, вот он мой ратлин. Ловлю на 130-й. Андрей поймал на 95-й. Так. Была поклевка, ребята. Да, поднялся, ребята, я пока с вами тут разговаривал. Так, может еще разок? Есть. Есть? Андрей прет. Ребят, у меня поднимается. У меня поднимается. Вот он, вот он. Прячет, спиной повернись только. Просто там они тебя съедят сейчас, мужички-то.
Ловим, ребят, ловим. О, Васек тоже поймал. Ой, запутался. А, такие же, друзья. Главное, отваливается сразу. На грани фола. Просто под леща. Класс. Ну что, ловим в толпе леща. Вот нас штурмуют мужички. Женя Чистяков напрямик пришел, ввалился по грудь, но выскочил. Я только побежал за веревкой. Он у нас непробиваемый, главный экстремал. Ну, такие торосы, за них легко уцепиться и выскочить. Самый идеальный лед вылазить. Народ, все, пофиг, пошел. Мороз морозит. Леща стеной. Поймали три. Там вот девушка вытащила. Что, ловим? Ловим. Мужики холод настраивали пока. Восьмой практик. Солупеньку такую. Ну, покажи, как это правильно делается. По-человечески. Ну что, настроили? Нет. Нет еще? Ну еще настраивайте. Клюет только, когда двоих холотов будут. Да. Давай, где там уже полторашки, двушки, трешки? Вон там мужички кабачка, наверное, вынули хорошего. Друзья, хочу пожаловаться. Короче, 4 поклевки. Просто 4 подброса вверх. Бух, снизу вылетает. Думаю, почему не засекается? А потом смотрю, что-то ратлин не вибрирует. Короче, нижний тройник, который по центру, снизу, он захлестнулся на леску. И у меня голое тело, он просто бьет. Там нет крюков. Ребята, поставил джигль 95-й. Я думал, нету ничего. Так, секанул уже пробить. Вот он, головастик. Вот он, малышок. Голодный. Прыгает, бегает, гад. Теперь надо аккуратно снять его. Такой. Ну-ка, все по-честному. Давай. Чинг. Чинг-чинг. Давай. Ты че дурака изображаешься? Стоит. А. Давай, Андрюха, давай. Рыба клюет. У, гад, подошел. Тюкнул, не засек опять, ребят. Ну а что делать? Андрей просто сейчас два. Один за одним. И обратно в лунку. Один прям выскочил, отвалился и нырнул в лунку. Ну такие, по 400. Мелочь. Ну приятно. Вот смотрим. Не хочет. Иногда стоит, а потом тюкнет. Вот снизу леща, а сверху вот судачок вылазит. Ладно, нас тут все обложили уже. Все подтягивают, полавливают. То там, то тут. Но мелкие, все мелкие, ребят. Ну, как говорится, мелочь, а приятно. Дядька уже сейчас мы его за борт по полыню. Какой уже? Шестой, говорит. И опять топить. Вот они, салага такая. Приятно, конечно, но хочется поросеночка. Вот он их кидает обратно. Кидает. Надо... О, это наша любимая, это... 2 сантима. Все ходят, да? Ага, сиреневый фрапик. Давай, Андрюх, молодец. Седьмой говорит, я тут заряжаю снасти, этот прет их тут как салагу, одну за одним. Ты уж что, в банку их складываешь, солишь, что ли? Ребята, я тут камеры свои налаживаю. Сейчас опять бахнет. Вот. Подходит, вихляется. А леща нету, да? Нет. Ну вот край леща, я ж тебе говорю. Вот восьмерочка-то меня заманивает тоже. Придется мне холотик-то разориться. Слушай, этот не унимается. Покажи. Можно постовуху зарядить, да? Да. Уклейку засек. Слушай, ну молодец. Ну, к Андрею прям под зад пришел. Глубина небольшая. Сейчас на фрапик 95-й. Вон. Мужички там выдернули, сложат. Мелочь поклевывает. Да, тут рыбу дохнет. Так, пошел. Ну, слушай, я смотри, вот смотри, народ. Взял, смотри, смотри. Пошел. Давай. Тюкнет? Ах, ушел куда-то. Да. Короче, судачки метляются. Мелкие. Так, нарисовалась опять. Да, 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 да. Пошел, пошел. Да. Давай. Опа! Так. Так, ребята, вываживаю.
Опять головастики. Все, вы видели. Подлетает, бьет. Вот так вот. Вот так. О, карапуз. Ушел. Ну, подход прям явный был. Красиво все. О, Андрюха прям весь с ума сходит. Давай. Давай, братан. Так, не торопись. Вынес этот батюшка. На плавок еще. Давай. Давай. О, кабачок. Андрюха. Да ты просто. Смотри. Вот это кабачок. Вот это кабачок. Полторашка точно. Молодец, чемпион. Снимай сразу. Сразу с сапогом мерен. Ребята, ладно. Давайте опускаем туда. Там еще рыба ходит. Ну все, ловим. Андрюха опять прет рядом. Мелочь, но приятно. Головастики. Рыба снизу пошла. Ну-ка, Васька. Стоит. Думает. Давай, роднуля. Пока Андрюха не опустил свой ратлин рядом. Давай, у меня пал 0,3. Давай, пошел. Опа. Вот, ребята. Есть контакт. И чувствую интересный экземпляр. Ой. Давай. Кабачочек. Вот это кабачок. Андрюха, вот это кабачок. У нас с тобой просто с сапогом. Ребята, еще одна полторашка тубочная. Смотри, как он жадно. Ребят, просто на заглот. Пал 0,3 у него во рту исчез. Кайф какой. Боже мой. Не зря поехали. А теперь как отцепить-то? Отцепить-то как? Стоит судак, ребята. Видно, вам нет. А это... Ну что это? О, пошел. У кого щелнет? У меня? Ой, соложонок. Ой, головастики. Ладно, у нас рыба уже есть. Ну-ка, пошел торпедой. Вот. Два. Пошел. Опа. Эх. Ань, или сидит? Не понимаю. Не, валился. Слушай, из-за этих съемок а второй покрывку просрал. Да, очень тяжко, ребята, снимать для вас. И рыбу ловить. Много рыбы профукано. Сами знаете. Друзья, все подтягивают, все потаскивают. Слушай, я... Что-то Васек, какие полторашки. Андрюхи. Даже тоже побольше, наверное. Хороший Васёночек. Так, пойду 130-й фрапик возьмем два. Таких красавца. Рыба есть. Так, ребят, подъем. Подъем. Видно вам? И ушел. Ай-яй-яй. Такой подскок резкий был. Ну как так-то? А? Да. Дед мелочь ловит, в сумку складывает. Это старый взрослый пенсионер, отживший жизнь, ругающий всех и вся. Я это должен записать. Два раза уже не засек. Сюда крутится. Подлеты. Вот, смотрите, пошел. Пошел, сейчас будет. Опа. Ну как так вообще, не засекся? Ай-яй-яй. Третий раз уже не смог. Это все судаки. Вот, пошел. Давай, сейчас пошел. Ну? Вот он ходит. Пошел, смотри, сейчас щелк. Да ёп. Не засечь. Пониже удочку. И как так-то? Ну вот он стоит. Уже 4 или 5 раз ударил. Давай. Давай. Ну ладно.
Ну, полетел, полетел. Давай. Ну, вот он. Ребята, это просто ужас какой-то. Давай. Идет, идет, нюхает. И вниз. Это вот все судаки. Ладно, включусь, когда контакт будет. Хотя вот он, контакт. Да что такое-то? Ребят, там все в судаках взад-вперед. И бьют, бьют. Вроде Ратлин играет. Так, вам видно? Вот опять подъем. Опять. Ну вот. Или опять свалился. А нет. Короче, головастики. Это что это такое вообще? Что это, ребят? Так, ты только не умирай. Я таких хороших отпускал. А тебя не буду есть. О, все, нормально. Вообще, шелупичек, ты куда ты, Давай. Оп, сбежал. Вот, пошел, подъем. Да. Да. Какого-то я... Опять мелкого. Все мелкие и мелкие. Где? Где кабачочек еще один? Ну, мы и крупнее сегодня отпускали. Так что этого отпустим. Вот так вот. О, по счету я уже шестой, по-моему, пошел. Ну, уже другое дело. А то устал выпускать уже на грани фола. Вот, какой красавец. Это уже мы без рыбы вообще. Жрать нечего будет дома. Ребята. Мужики со всех сторон были. Да какой это жесть. Все кабачков таскают. Андрюха. Привет. Эх, какой уже 15-й? В лунку, да. Это... Опа! Опять мелкие, ребята. Это вообще, ну что это такое? Что это за салака? А там он ходит хороший. Вот такой вот салажонок. Так, выпускаем. Андрюха прет рядом. Ну-ка, давай, покажи рыбу. Что там показывает? Такой же? Откуда они берутся-то? Какой по счету, Андрей? 13-й, у меня 10-й. Ну, Васек скоро догонит, Так, ребята, вот хочу показать. Пошел. Вот куда-то идет. Смогу я его засечь? Во-во-во-во, сейчас. Опа! Раз, есть. Пру. Слушай, ну может поприятней. О! Ну вот, ребят, вот так вот. 12-й, да? 12-й. Собаки дохлые. Так, смотрим, что там у нас. А там еще рыба ходит. Под Ратлином стоит. Сбоку пришел. Видно вам? А, ушел. Ловлю на джиг 95-й. Пал 0.3. Вот, пошел. Пошел. Сейчас тюкнет. Ну? Ай, ладно. Пусть вниз спускается. Устал я. О, смотрите, сзади пошел. Вот такие мультики. Давай. Господи. Нет, не засекся. Эх. Что-то уже капризничать начал, да? Наверное. Подскакивает, нюхает и уходит в сторону. Ребята, вытащил 14-го, этого пришлось мелочку взять. Вырвал ему все гланды. Не дрыгайся, трупик. Так, вот сейчас еще поймал. 14-й по счету. Андрюха обошел вроде. Надо спросить, сколько у него. Давай. Ты сдохнешь сейчас нечаянно. О, все, отцепил. Все, давай. Да залезай. Давай. Ушел. Ребята, ловим. Ну что, друзья,
Телефон вот-вот вырубится. Сколько он там? Ох, полторы где-то. Ну, 1600. Кило 600, ну нормальный. О, у Васьки. А теперь, Андрюхе? Кило 600, нормалек. Какой блог, какой YouTube канал? Вася Рыбаков. Вася Рыбаков, привет. Так что, ну, эти сложат не будем вешать. Это, помощь. Ребят, ну что, телефон садится. Так что, Андрюхина сейчас будем взвешивать. Мы здесь на Канарах, все бегают, мороз морозит. Я думаю, рыбалка пошла. Лодочку будем строить дальше. Сколько там, Андрюхин? 700. Кило 700, ты смотри-ка. Плюс снег, там 200 грамм. 200, да, 300. Ну, Васек на 100 грамм проиграл. Ну, вообще огонь. Мы прямо взяли один за одним просто. Выход был с 10 вот до 12. Такой бум-бум-бум-бум, мелочевки. Надо погреть. Все, ребята. Вечером обязательно включусь, пока что телефон умирает. Все. А мы ловим, еще посидим, побалдеем. Ну что, друзья, все поутихло, все стихло. Были еще поклевки, поймали по 14 штук. Вот что взяли. Вот эти поросят мы взвесили. Вы там видели, кило 600, кило 700. Сложат, конечно, выпультушены. Кровавые, что делать? Топить не будем, мы съедим их с чистой совестью. Так что спасибо Андрюхе за рыбалку. Отлично порыбачили. На двоих 28 штук. А сколько поклевок, сходов. Боже мой. Ребята, отличное открытие. Завтра здесь будет аншлаг. Вон ребята ловят тоже, даже на баланс и на железо дергают. Поклевывают, но плохо. Нормально. Так что все, ребят, увидимся. Завтра здесь уже увидимся. Ну все, ловят все пешком. Васька в единственном экземпляре на буксировщике. Зато сейчас пух и в машину мгновенно. Без проблем. Марио, мороз, все стынет. Уже все ловят. Все отлично тут.